Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я вам расскажу, каким образом я буду сеять грецкие орехи под зиму. В прошлом году я грецкие орехи высаживал рассадой, то есть в рассадных стаканчиках. Делал стратификацию, закладку на стратификацию. Если вам интересно видео о том, как стратифицировать грецкие орехи, ссылки оставлю в описании. И здесь вот подсказки можете тоже посмотреть, каким образом я делал закладку на стратификацию. Но в этом году я решил попробовать естественный природный способ стратификации, то есть это как дерево, как орешек упал с дерева, упал на землю и далее он пророс. В данном случае я его, он упал у меня, будет падать у меня, скажем так, с дерева, но уже вот в такие подготовленные 7-литровые контейнеры. Здесь в данном случае я отобрал по 20 штук. У меня здесь представлен два гибрида. Это гибрид грецкого ореха со смесью сердцевидным. Номера гибридов, там вот ГС, вот эти все, я ставлю ссылку. Вот это вот условно обозначим, это номер один и номер два. Два гибрида. Вот номер два немножечко покрупнее, а номер один чуть-чуть поменьше. В принципе, по орехам это видно, а ближе покажу. Для этого я буду использовать, как я уже сказал, 7-литровый контейнер. Здесь я при подготовке земли добавил азот, нитрамофоску, то есть 16-16-16, азот, фосфор, калий по 16% здесь добавлено. И плюс еще добавил сюда комплекс микроорганизмов, которые создадут здесь благоприятную почву, да, то есть патогенные грибы не дадут развиваться им, создадут такую здоровую, скажем так, микроклимат. Вот. Что еще? После того, как я их высажу, через какое-то время, я, пока погода еще позволяет, заморозков не предвидится, я еще пролью фитоспорином для того, чтобы, скажем так, вот эту пущенную микрофлору привести немножко в порядок, чтобы патогенные грибы здесь не преобладали над обычными. Да? Ну что ж, а сейчас давайте приступим непосредственно к посадке. В этой грядке у меня будет номер один грецкий орех, а это в этой номер два. Каким образом я это буду делать? То есть я беру вот у нас орешек, делаю небольшую. Я предварительно их контейнеры пролил влажные. То есть у нас погода сейчас пока стоит положительная температура, поэтому, в принципе, лишь во влажной среде он находился, во влажной земле. Вот. И буквально не больше 3-4 сантиметров, чтобы сверху закрывал земля орешек. То есть вот так вот, да, 3-4 сантиметра, не больше. Вот я вот такую выемку сделал. Туда вот его кладу вот таким образом и все это дело присыпаю вот так вот. В принципе, посадка на этом завершена. Берем следующий, такую же делаем ямочку. Ну и сейчас пойдем так далее. Я сделал углубление в контейнерах, и сейчас я их туда положу. Вот на этом, в принципе, осталось присыпать. Посадка гибрида грецкого ореха завершена. Сейчас мы это дело присыпем.
На этом пересадка грецкого ореха завершена. В таком виде он уйдет в зиму. Но единственное, что я, конечно же, сверху укрою. Здесь у меня стоят в контейнерах также павловни. Я это все дело буду укрывать. Также, чтобы эти орешки не съели, съесть могут как птицы, так и мыши в зимний период. Я, скорее всего, каким-то образом еще подумаю, укрою эти контейнеры, наверное, какой-либо сеткой. Но я посмотрю, как это лучше сделать, какой вариант придумать лучше, потому что и в весенний период тоже я столкнулся с тем, что косточки из земли птицы выдергивают. И мало того, что косточки, они выдергивают еще и уже росточки небольшие орешков. С этим я тоже столкнулся при выращивании косточковых культур. Вот такая есть особенность. И в связи с этим, скорее всего, надо что-то будет придумывать, какой-то вот сюда вот наверх какой-то защитный кожух делать, воздухо-влагопроницаемый. Может быть, из сетки или еще с чего-то, не знаю. Вот у меня такие мысли уже с того раза еще ходят в голове, я думаю, но пока еще не придумал, как это сделать, чтобы это было и красиво, и защита, и тем не менее, на первоначальном этапе, пока росток еще не окреп и не вырос, и питание появилось у птиц, кроме этого, в зеленых росточках, которые она ищет пропитание, как раз вот это примерно, наверное, недели 3, около месяца, да, вот этот период длится. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Далее я, скорее всего, сниму еще одно видео. Тут как раз как я буду укрывать на зиму. До встречи в новых видео. Пока!